Хорошо. Так, в общем, всех приветствую. И сегодня доклад по последней главе книжки Хорстена. В общем, он посвящен случайным величинам и то, как, тому, как можно связать случайные величины с произвольными объектами. И вот, признаться, впечатление от этой главы, как и в целом от всей книги, такое, что когда ты читаешь беглым взглядом, то, в принципе, ты понимаешь и задумку автора, и у тебя есть какой-то набросок реализации, ну, я за себя говорю. Но когда ты начинаешь читать подробнее, особенно вдаваться в технические детали, это все как-то расплывается, потому что теряется мотивация и теряется понимание всего того, что он иногда, он зачастую, в общем, бывает довольно не строго выражается, как хотелось бы, чтобы ты мог понимать. Вот, это чувство меня преследовало и когда я докладывался, значит, по главе, ну, предыдущей, где было много, в общем, логики, и, ну, я пользовался в основном статьей Хорстена, которую он со Спиранским написал, и консультациями самого Спиранского, всего того, что мне было непонятно. Вот, когда я читал эту главу, я пользовался статьей, ну, двумя статьями, на которые он ссылался, но я предупреждаю, он использует разные формализмы для того, чтобы, в общем, говорить одни и те же вещи. Они в каком-то смысле похожи, в некотором смысле это один и тот же формализм. Но он, в общем, использует это по-разному, потому что, ну, в общем, вы увидите, он будет развивать тут дальше идею произвольных чисел, ну, так, как он ее, в общем, заложил, и будет перекладывать это на какие-то вероятностные, в общем, понятия. И я, в общем, постараюсь разъяснить, в чем тут сложность. Я, в общем, буду говорить тут разные всякие термины из теории вероятности не только, которые Хорстен достаточно вольно использует, но в случае, если вам как-то особенно непонятно, что происходит и вообще что значит то, что написано, то, пожалуйста, спрашивайте, потому что, ну, я не делал презентацию таким образом, чтобы все пояснялось с нуля. То есть, если нужно, я постараюсь пояснить какое-то что-то непонятное. Вот. Не стесняйтесь, пожалуйста, потому что важно, чтобы у нас выработалось какое-то совместное понимание происходящего. Вот. И что мы, как бы, у нас это не просто закрытие гештальта, который, в общем, давно висит. Месяца два, кажется, уже. Вот. Хочется реально разобраться вот, с этим в том числе. Ну, ладно, давайте. В общем, начинается все с того, что... Это досадная печатка. Я скину потом исправленную версию. Начинается все с того, что... Хорстен приводит определение классического вероятностного пространства, приводит примеры классических вероятностных пространств и, в общем-то, говорит, чем они могут не устраивать его для его же собственных целей. Вот. Это то, что принято называть, в общем, колмогоровским формализмом для теории вероятностей. Вот. И он так... вскользь ссылается на него в одном из первых параграфов, но я, в общем, проэксплицирую, да. То, что мы называем классическим вероятностным пространством в теории вероятности, это порядочная тройка, вот. Первый элемент – это не более чем счетное множество элементарных исходов, вот. Второе – это сигма-алгебра под множество вот этого не более чем счетного множества элементарных исходов. Ну и третье – это конечно аддитивная непрерывная вероятностная мера на этой сигма-алгебре. Вкратце поясню. Множество элементарных исходов, или еще называют там пространство элементарных событий, это то пространство, из которого, через которое мы выражаем вероятность всех остальных событий. И важный элемент классического определения в том, что элементарные исходы равновероятны. Вот. Что же касается сигма-алгебры, то это такая, в общем,
куча подмножеств омеги, что сама омега там находится, что какие бы мы два множества ни взяли, у них и пересечение, и объединение будут лежать в этой куче, и какое бы мы ни взяли, его дополнение будет в этой куче лежать. Это алгебра. Сигма-алгебра подразумевает, что мы какую бы счетную кучу ни взяли, то мы знаем, что как бы объединение по этой счетной куче, оно все еще будет вот в этой вот нашей сигма-алгебре. Вот. Это нужно для того, чтобы нормально работать с вероятностями. Конечная аддитивность это, скажите, я могу это не пояснять или стоит продолжить? Лучше пояснить. Хорошо. Конечная аддитивность это значит, что какие бы мы два множества из нашей алгебры не взяли, не пересекающихся, мера их объединения будет равна сумме мер. Вот. Это, в принципе, то, что мы привыкли, что выполняется для стандартных общих мер, типа там длины, объема, площади и так далее. Вот. То, что мера вероятностна, это значит, что она, в общем, мера омеги это в точности единичка. Вот. С непрерывностью несколько сложнее. Непрерывность это такое свойство, которое можно описать следующим образом. Если у нас есть какая-то последовательность множеств из нашей вот этой вот сигма-алгебры, последовательность в том плане, что каждое предыдущее вложено в каждое следующее. То есть это такая как бы возрастающая цепочка. Вот. И если мы берем объединение по всей этой счетной куче, то вероятность объединения, она будет выражаться просто как супремум всех вот этих маленьких вероятностей, из которых эта счетная куча и состоит. Вот. Часто, конечно, требует счетная аддитивность, как раз счетная аддитивность и то, что сигма-алгебра, там связь прямая, потому что счетная аддитивность, она говорит, что вероятность счетного объединения – это сумма соответствующего ряда каждого из элементов этой счетной кучи. Вот. Это стандартное понимание того, как, в общем, к вероятности подходит там, в учебных курсах, и то, что, в принципе, кажется довольно естественным. Ну, вот формализации, такой вот формализации этого дела, в общем, около 100 лет. Вот. Дальше он, в общем-то, приводит стандартные примеры вероятностных пространств. Допустим, мы бросаем одну равновешенную монету, в смысле, что там выпадает только орел, только решка. Они выпадают с равной вероятностью. Вот, значит, H это hat это решка, вот, T это орел. Вот. Но вот он говорит, что если мы обозначаем через случайную величину x равно нулю, а через x равно единице это вот выпадение орла это x равно нулю, выпадение решки x равно единичке, это равновероятные события, у них у всех вероятность равна 1/2. Можем посмотреть другой пример. Можем две уравновешенные монеты бросать. И если мы будем обозначать, вот так как я написал, в общем, выпадение орла на первой или второй монете и выпадение решки на первой и второй монете, у них тоже у всех этих четырех событий вероятность будет 1/2. Это события, они независимые, потому что как бы результат того, что выпадает на первой монете, не зависит от результата того, что выпадает на второй монете. Но если мы захотим посмотреть на вероятность выпадения двух, допустим, решек одновременно, и события того, что у нас две решки одновременно выпадают, и события того, что у нас на одной монете выпадает решка, это, конечно, зависимые события. Вот. И вот он говорит, что как бы да, вполне нормально, нас устраивает вот
такой расклад, что вот эти вот пары событий, они независимые, а другие пары событий, они зависимые, но есть у него некоторого рода претензии к тому, а в чем все-таки проблема с этими колмогоровскими аксиомами. Ну, вот он в книжке как-то мутно пишет, а в статье у него написано было, ну, в статье, в которой он как бы разрабатывает этот формализм, да, что то у нас существует неизмеримое множество в буляне омеги. Мы, в общем, берем же не просто булян, мы берем сигма-алгебру. Вот. Ну а берем мы там вот вероятностные меры, достаточно хорошие, допустим, лебеговскую меру на отрезке от нуля до единички. В общем, у нас все равно будут появляться множество в буляне, которые просто не являются событиями. Вот. Даже если они являются объединениями элементарных событий. Вот. Еще его не устраивает интерпретация того, что такое невозможное событие. Дескать, может такое случиться, что из какой-то кучи множеств у нас вероятность одного элемента из этой кучи нулевая, а в общем объединение там по всем это единичка. Вот он говорит, что там прав, что вполне нормальная ситуация, когда у нас эта куча просто неперечислимая. Вот. Также его не удовлетворяет то, как мы смотрим на, в общем, на то, как проходит, в общем, честные испытания на отрезке, на рациональных числах, на натуральных. Но я не буду на этом останавливаться, потому что это мотивация конкретно той статьи, а не самой книжки. Там, в общем, отдельные есть интересные моменты, но они нас сейчас не интересуют. Вот. Значит, дальше. Какие есть особенности? Вот я уже сказал, что в классической модели все элементарные события, они равновероятны, да. Но мы можем, конечно, все равно рассматривать неуравновешенные монеты и решать, ну, такого рода задачу мы будем так, что мы элементарным событиям будем приписывать весы. То есть у нас каждому событию будет сопоставляться какое-то вещественное положительное число. Не знаю, можно сравнить с графом. Ну, в том смысле, что если мы имеем дело там, с обычным графом, у нас все путь по ребрам, он как бы не различается. В том смысле, что если ребра, они не взвешенные, мы просто ходим по нему, у нас не стоит как бы оптимизация. Ну, пожалуйста, захотим рассмотреть какую-то задачу на оптимизацию, захотим это как-то сопоставить с реальностью, которая у нас между точками есть расстояние, пожалуйста, просто делаем весы и, в общем, корректируем. В дальнейшем он как раз будет корректировать эту модель с помощью введения весов. Вот. Ну и вот то, что он говорит, что для счетной бесконечных пространств элементарных событий не существует равномерных распределений вероятности, хотя для нечетных пространств элементарных событий не существует. Я так и не понял, на самом деле, по-хорошему, зачем ему этот акцент на равномерность. Он, кажется, говорит, что это связано с тем, как мы представляем диагональные числа, но я этой мотивации не вполне понял. Вот. Далее он пишет про связь с индивидными концептами. Это, как кажется, это мотивационно самая важная часть этой главы, но я ее совсем не понял. Ну, вот он говорит, что да, у нас есть индивидные концепты, у нас есть случайные величины, у нас есть произвольные объекты, это, в общем, все разные вещи, не стоит применять, не стоит их путать, но как бы смотреть на одну штуку через призму другой штуки, это может оказаться полезным. Но вот он говорит, что хотя индивидный концепт это функция, вот, но вот индивидные концепты не ассоциированы с мерой. Вот. Еще он там говорит про, в общем, про
scientific variable. Не понимаю, что это имеется в виду. Видимо, имеется в виду использование переменных в научных наблюдениях, потому что там идет какой-то странный пассаж про квантовую механику. В общем, показалось мне ни к селу, ни городу это все. Ну вот, в общем, да, он считает, что связь есть, и это может быть полезно. Ну, вот. Так вот. Дальше что начинается? Он говорит, что... Окей, он обозначает спектр проблем, связанных с классическими вероятностными пространствами, и он предлагает посмотреть на такую штуку, как неархимедовые вероятностные пространства. Так, сейчас, минутку. Да, он предлагает смотреть на неархимедовые вероятностные пространства. У него есть статья с отдельным формализмом по этому поводу. Вот, это уже несколько другой объект. Омега, в принципе, может оставаться таким же, но вот мы вводим конечно аддитивную архимедовую непрерывную вероятностную меру со значениями не в вещественных числах, а в супервещественном поле. И, в общем, что значит архимедовая непрерывная? Ну, вот это значит, что если какое бы мы не взяли конечное подмножество омеги, то... условная вероятность события А при условии лямбда, это будет вещественным числом. Вот. Ну и третье, что должно быть, это должен выполняться такой гомоморфизм. Что здесь написано? Скобок много. Короче, что имеется в виду? У нас есть вообще не там скобки поставлены. Короче, вот P красивая фи над омеги, это я уже сказал, это просто конечное подмножество омеги. Вот. Здесь должно быть написано F красивая, вот P красивая фи над омеги в R. Это алгебра всех вещественно значных функций. То есть мы просто берем функцию, которая действует из конечного подмножества омеги в вещественные числа. Вот. Эта штука, у нее есть структура векторного пространства, у нее и структура алгебры, в общем, есть. Да, чаще, конечно, имеет дело с алгебрами непрерывных функций, но да, и такой объект, в принципе, встречается, просто все функции. Вот. И важно, чтобы у нас был гомоморфизм между вот этим пространством и супервещественном поле. Причем важно, что какое бы мы конечное подмножество не взяли, то для любого подмножества омеги у нас, в общем, вероятность этого подмножества, ну, мера в смысле вероятных событий, это образ гомоморфизма, это образ условной вероятности под действием гомоморфизма. Что такое супервещественное поле? Это на самом деле довольно нетривиальная конструкция, потому что что для нее нужно? Вот есть у нас множество всех вещественно значных непрерывных функций. Можно комплексно значные рассматривать. Но как бы из чего? Ну, понятно, что из какого-то топологического пространства. Но чтобы все хорошо работало, пространство должно быть вполне регулярным. Это значит, что оно должно быть хаусдорфовым, раз. И два, какое бы мы замкнутое подмножество нашего этого топологического пространства не взяли, и какую бы мы не взяли точку топологического пространства вне этого замкнутого подмножества, у нас будет существовать непрерывная функция, такая, что она в этой точке будет давать значение единички, а образ замкнутого подмножества, он, в общем, будет реализовываться. Вот. Это определение вполне регулярного пространства. Второе, что нужно иметь в виду, это определение первичного идеала. То есть это такой идеал для коммутативной алгебры, что, в общем, какие бы два элемента из алгебры мы не взяли, и какой бы мы, в общем, не взяли там еще третий, если мы их перемножим между собой в порядке первый, третий, второй,
Вот если этот элемент, это произведение будет элементом нашего идеала, то в таком случае либо первый, либо второй, они будут элементами нашего идеала. Вот в таком случае идеал называется первичным. Для того, чтобы построить супервещественное поле, нужно сделать следующее. Нужно взять первичный идеал вот в этой вот алгебре непрерывных вещественно-значных функций из вполне регулярного топологического пространства и просто профакторизовать. То есть мы берем эту алгебру и факторизуем ее по идеалу. Получается достаточно хорошая структура. Получается опять коммутативная алгебра. Получается унитальная алгебра, причем линейно-упорядоченная. Вот. Ну и там фактор отображения, оно сохраняет порядок там, в случае, если мы с комплексно значимыми функциями имеем дело, то там, в общем, модуль сохраняется. Вот. А потом мы просто у этой унитальной алгебры берем поле частных. Вот. В том плане, что мы вот, любой элемент в поле частных, он будет задаваться в виде, ну, просто в виде дроби. Вот. И это поле частных, оно снабжается, в общем, довольно естественным порядком и снабжается там, ну, умножением, усложнением. И важная особенность такая, что если мы берем максимальный идеал в нашей алгебре непрерывных функций, то в случае, если, в общем, наша фактор алгебра, она изоморфна поле вещественных чисел, то вот этот максимальный идеал, он будет вещественным. Если она не изоморфна, то он будет гипервещественным идеалом в алгебре непрерывных функций. И чтобы сказать, что такое супервещественное поле и, соответственно, гипервещественное, то есть мы просто берем какое-то упорядоченное поле, даже не обязательно линейно упорядоченное. А супервещественным оно будет, если оно не изоморфно полю вещественных чисел, но изоморфно какому-то полю частных. Какому-то полю частных по простому идеалу алгебре, в общем, непрерывных функций вполне регулярного пространства. И гипервещественных, если оно будет изоморфно, в общем, этой алгебре, просто профакторизованной по максимальному гипервещественному идеалу. Вот. В принципе, конструкция несложная, вот. Но просто до нее нужно, в общем, идти и понимать алгебраические мотивации, которые для всего этого нужны. Справедливости ради, у Хорста ничего нет у этих никаких мотиваций, он просто дает это понятие, как будто, в общем, мы его уже знаем, он его, в общем, пользуется им как уже известным, но да, это нужно все для того, чтобы говорить о разного рода расширениях вещественных чисел. У него там, когда он касается суперрегулярности, он вводит, ну, в общем, бесконечно мало, инфинитизимали, вот, и эта штука, она тесно связана с супервещественностью, гипервещественностью, там, чтобы с этим, в общем, аккуратно работать, нужно приводить какое-то обоснование о существовании, там, нестандартных моделей, теорему Мальцева говорит, он также, в общем, ничего этого не делает, просто, вот, ну, работает с этими вещами, как самими собой разумеющимися. Но мотивация ясна. То есть не архимедовость, это нарушение одного из вполне, ну, просто привычных нам свойств вещественных чисел. То есть если, ну, вы помните, как задаются вещественные числа, как, ну, самый простой способ понимать вещественные числа, это сказать такую штуку. Вот у нас есть поля. Ну, у нас есть не просто поля, у нас есть поля упорядоченные. Причем они не просто, в общем, упорядоченные, там будет линейная упорядоченность, там будет еще полнота. И вот мы говорим, что все, короче, вещественное поле вещественных чисел, оно определяется с точностью до изоморфизма. То есть это просто аксиоматическое определение, что мы говорим, что у нас выполняются аксиомы поля, аксиомы порядка, аксиомы там полноты или непрерывности, и
поле вещественных чисел – это просто все, что изоморфно такого рода полям. А там важно еще такое свойство, как архимедовость. Это вполне естественная штука. Она говорит, что если у нас есть два каких-то числа, если одно число меньше другого, то взяв меньшее число какое-то достаточное количество раз, мы превзойдем то большее. Вот. Если у нас есть упорядоченное поле, в любое упорядоченное поле – это линейно упорядоченная группа, то в таком случае мы говорим, что вот оно Архимедово, если, в общем, не существует такого рода пары элементов. А то есть есть бесконечно малые и бесконечно большие. То есть такие, что одно число меньше другого, но сколько раз меньшее не бери, мы все равно большее не перескочим. Вот. И как раз вот там бесконечно большие, бесконечно малые появляются. Вот. Гипервещественные числа – это как раз такого рода числа. Оно расширяет поле вещественных чисел и содержит числа большие, чем, в общем, все, которые могут быть представлены в виде конечной суммы единичек. Вот. Но алгебраическая структура у него как раз такая, что вот это Тихоновское пространство, его можно задать с помощью факторизации по максимальному идеалу. Ну, самое главное, что нужно понимать, что у этого есть вполне себе разработанный математический анализ, в том смысле, что считается, что математический анализ у классиков, он был как раз в форме гипервещественной или там, в нестандартной форме, пользовались актуально бесконечно большими, актуально бесконечно малыми, на язык пределов не переходили. И вот Хорстен, когда строит эту свою теорию в статье, он как раз ссылается на предыдущие наработки, в том числе на Кейслера и на Нельсона, как раз, который предложил свой, в общем, формализм отдельной внутренней теории множеств для построения нестандартного анализа. То есть это просто известная штука довольно. Он потом и, в общем, свою переформулировку теории вероятности изложил. И Хорстен это использует. Но при этом, что самое занятное, он не касается вопросов метафизики бесконечно больших, бесконечно малых объектов. То есть он их использует как формализм, но метафизических вопросов с этим связанных у него вообще-то нет. И явного разговора о том, как разговор о бесконечно малых будет вписываться в его понимание наивной метафизики, у него тоже нет. Хотя было бы интересно увидеть, потому что это не то чтобы какой-то редкий формализм, но показательный в плане его собственной истории. Вот. Ну ладно, я надеюсь, что хотя бы что-то из пояснений было понятно. Если нет, опять-таки спрашивайте, попытаюсь все эти понятия расписать как-то подробнее. Вот. Да, Арсен, как я понял, омега множество конечных в неархимедовых пространствах может превышать омега множество, так? Еще раз. Омега множество каких-то конечных может быть больше, чем омега множество. Подождите, омега. Вот про это P красивая от фин. Вот эта вот штука. Про это говорите. Вы говорили, что возможно P превышение конечных самого большего. Я и подумал, что омега множество конечных превышает омега множество. Ты не понимаешь, что такое омега множество конечных? Ну, каких-то конечных величин, то есть мы берем какие-то под множество, омега множество под множество превышает омега множество. Не Архимедов, вероятность.
Нет, когда мы имеем дело с неархимедовой вероятностью, пространство элементарных исходов, оно такое же. Суть там в том, что мы, несмотря на то, что мы рассматриваем меру не со значениями в вещественном поле, а в каком-то супервещественном, важно, что когда мы будем брать конечные множества, мы будем все равно за пределы вещественных не выходить. А если мы будем смотреть произвольные множества, то мы на них смотрим как на то, во что переводится условная вероятность. Вот условная вероятность, мы знаем, это число вещественное. И нам всегда будет хватать вещественных чисел, чтобы считать условную вероятность при условии, в общем, событий, ну, которые являются конечными множествами. Вот, а в случае, если они там произвольные, то мы знаем, что отображение, которое переводит вещественно значимые функции, которые представляют из себя условные вероятности, в супервещественной поле, мы знаем, что это отображение, оно гомоморфно. Вот, что сохраняется структура, так скажем, ну, согласовывается структура супервещественного поля и структура вот этой алгебры вещественно значимых функций. Так, ну, видимо, я не совсем понял, что такое супервещественное поле. Ну, ладно, я не буду задерживать. Продолжайте, Арсен. Ну, если ни у кого еще нет вопросов по поводу того, что такое супервещественное поле. Но супервещественное поле, получается, дает возможность, ну, оно мощнее вещественного. Верно, я понимаю. Нет, смотри, там такая штука, что если мы будем смотреть на фактор пространства, то у него мощность такая же, что и у вещественных чисел. Просто там суть не это самое. Суть в том, что мы не делаем никаких предположений о том, что мощность вот супервещественного поля она больше, чем мощность вещественных чисел. Нет, по мощности они одинаковые. Просто они содержат супервещественное поле, оно содержит такого рода элементы, которые, ну, упорядочены не так, как обычные вещественные числа, что будут числа, но при этом не нулевые, но которые меньше, ну, стандартных. Вот. То есть можно сказать, что у нас между обычными, привычными нам вещественными числами еще находятся такие, которые, ну, в общем, бесконечно близки к нулю. Вот. Но при этом сами не ноль. Окей. Наверное, можно продолжить. Хорошо. Дальше он возвращается к омега-последовательности. И он, ну, окей, наверное, не буду говорить, что такое ультрафильтр, да, он говорит следующее, что вот мы на множестве омега-последовательностей будем вводить ультрафильтры. И будем налагать на них условия тонкости. Не знаю, как еще fine перевести. Наверное, проще. Судя по тому, как это, в общем, какой формуле используется, похоже, что это что-то вроде тонкости. Вот. Что, какой бы, в общем, элемент мы ни взяли, то, в общем, множество вот этих t из омега-последовательностей, оно будет элементом нашего ультрафильтра. Вот. Эквивалентность у него тоже, он предлагает, ну, сузить просто, рассматривать не множество s, а просто натуральные числа.
Вот, и смотреть на рациональные функции, и просто эквивалентность их — это эквивалентность на множествах, на тэшках, что их то множество, до которым они равны, они попадают в этот самый ультрафильтр. Вот. Ну и вот он вводит рациональное соотношение. Это вот мощность вот такой штуки на мощность вот такой штуки. А вероятность относительно тонкого ультрафильтра, причем вот А — это подмножество натуральных чисел. А сигма — это не натуральные числа, это произвольные натуральные числа, как я понимаю. То есть произвольные натуральные числа — это эндоморфизмы натуральных, это не подмножество натуральных чисел. Но смотрит вероятность того, что произвольное натуральное число будет элементом подмножества обычных натуральных чисел. И эта вероятность, она строится относительно ультрафильтра как класс эквивалентности. Я, честно говоря, ничего не понимаю, как это какое-то очень странное определение, в том смысле, что, ну окей, мы привыкли к тому, что вероятность — это, ну, число какое-то, да? А тут, типа, бац, это класс эквивалентности по ультрафильтру. Ну, странно. Причем непонятно зачем. Вот конструкция и мотивация того, что это как-то связано с произвольными объектами, мне совершенно не ясна. А в статье у него формализм куда более понятный. Я, в общем, его завожу дальше. Но он вот в книжке выделяет того, что на самом деле такого рода вероятности у них есть достаточно хорошие свойства. Например, это все еще, конечно, аддитивные вероятностные меры. То, с чем мы привыкли работать в рамках классического вероятностного пространства. Вот. А это, ну, минимальные условия. А второе — это то, что это тотальная функция, потому что подмножество натуральных чисел, они измеримы относительно вот этой меры. Мы с помощью неархимедовости мы избавились от неизмеримости. А еще она евклидова, то есть вот какие бы мы здесь, это подмножество, это не элемент натуральных, это не натуральные числа, это подмножество натуральных, вот здесь вот опечатка. Вот что она как бы сохраняет порядок, что если у нас подмножество есть, да, одно как бы лежит в другом, то и вот меры вот эти вот, это вероятности у них тоже как бы меньше друг друга. Но это просто исходя из того, как мы определяем вообще классы эквивалентности. Вот. Еще регулярность есть. Это значит, что если мы берем кого-то не пустое, то у него, ну, строго больше нуля. Вот. Наша мера. Это просто исходя из определения тонкого ультрафильтра. Вот. Ну и равномерность. Вот то, на чем он настаивает. Вот. Но на самом деле, вот у нас тут было определение Архимедова, не Архимедова, кстати, да, здесь не Архимедова должно быть, не Архимедова вероятностного пространства, как что оно задается тройкой из множества исходов, из вот этой конечной аддитивной меры и из гомоморфизма. Но на деле оно, его проще не этими параметрами задавать, его проще вот задавать... Окей, множество то же самое. Вот как раз весовой функции, потому что у нас элементарные события неравновероятные. И тонким идеалом. Идеалы и ультрафильтры – это на самом деле двойственные понятия. Вот. Просто я так понимаю, что в статье он пользуется формализмом идеалов, потому что тот ему более удобен, а в книжке он пользуется, в общем, ультрафильтрами, потому что, ну, естественно строить на натуральных множествах, ну, смотреть, в общем, на это как на ультрафильтры. Но, вот, говорю, в принципе, можно принять, что обычно фильтр идеалы — это в каком-то смысле это одно и то же. Вот просто одна штука, она
ну, грубо говоря, алгебраическая, а другая топологическая. Но у них, в общем, свойства совершенно одинаковые. Вот. У нас вот есть в теории булевых алгебр такая теорема о простых идеалах. Вот, это она говорит о том, что идеалы в булевой алгебре, они расширяются до простых идеалов. Это все равно, что сказать, что фильтры множеств, они расширяются до ультрафильтров. И есть отдельная лемма ультрафильтра, просто когда мы говорим про фильтры, мы говорим про кучки множеств. А когда мы говорим про идеалы, мы говорим про что-то, у чего вот, ну, функции как, ну, не функции, что работает как элементы кольца, элементы алгебры, не обязательно алгебры множеств. Вот, только и всего. Я не буду на этом зацикливаться, но вы просто поймете, что это одно и то же. В данном случае он раз смотрит, раз он говорит про, в общем, алгебру вещественно-значных функций, то раз это алгебра, то, конечно, нужно говорить про идеалы. Вот. То, что идеал тонкий, это значит, что какое бы мы элементарный исход ни взяли, в общем, единичка минус характеристическая функция, ну, то есть это та, которая возвращает 1, если принадлежит множеству, и 0, если не принадлежит, это тоже будет лежать в этом самом идеале. Вот, это значит тонкость. Ну, а что такое вот весовая функция? Вот она определяет условную вероятность таким образом, что мы берем вот... Да, не самое удачное обозначение, вполне естественное, но вот у него само такое используется. Типа W – это slow weight, а омега малое, ну, типа, потому что элемент омеги большого. В общем, мы берем просто все веса наших элементарных событий, мы их суммируем, но сначала мы суммируем по лямбдам, просто по, ну, по конечным, а потом мы смотрим на те, которые, ну, в принципе, пересекаются. И у нас тут, ну, получается, что как бы это как бы все исходы, вот, а это успешные. В каком-то смысле можно так сказать про это. Вот. Тонкий идеал нужен, чтобы вот упорядоченное поле определить. То есть просто мы факторизуем алгебру вещественно-значных функций по этому самому идеалу. И у нас просто появляется упорядоченное поле. И у нас есть гомоморфизм алгебр. Вот, вот эта вот алгебра вещественно-значных функций. Вот переходит вот это упорядоченное поле. Ну и функция просто переходит в свою класс эквивалентности. Вот, вполне естественная конструкция. Ну и он вот эту вероятностную функцию определяет. Вот, тут по омегам из всего множества элементарных исходов, а тут только по нашему множеству вероятность, которого мы считаем. Вот это и есть конструкция вероятности по ультрафильтру. Просто здесь она написана, в общем, более понятным алгебраическим языком, и понятно, что имеется в виду. Да, там формализм сумм немножко странный, непривычный, но, в принципе, понимаешь, как бы, о чем идет речь. Это выглядит не так странно, как, в общем, классы эквивалентности. Вот это хотя бы понятно, как, ну, считать, если мы какие-то элементарные вещи говорим. В случае с классами эквивалентности там еще одна сложность появляется, что когда мы определяем меру через этот класс эквивалентности, вот у нас, например, меры Лебега, которые, ну, с которыми мы работаем, когда имеем дело с вероятностями, не только с ними, но, например, с ними, с мерами Лебега на отрезке, они инвариант относительно сдвигов. Что такое инвариант относительно сдвигов вероятности по ультрафильтру, черт его знает, у этого нет какого-то нормального смысла. Да, там Хорстен показывает, как это, можно этому придать смысл, это выглядит несколько искусственно, но в этом случае, ну, понимание происходит практически сразу же, что имеется в виду. Вот. Это вот так, как можно, в общем, задавать вероятностное пространство, ну, вот, алгебраическими штуками. Вот.
Далее он говорит, что в принципе можно смотреть на вероятности множеств. И вот до этого мы говорили про множество натуральных чисел и про омега-последовательности как перестановки, но в принципе можно взять любой теоретик множественного универсума. У него уже была в этой мысли в одной из глав, что можно там просто брать какие-то кумулятивные иерархии и обобщать всю эту конструкцию вероятности ультрафильтра на него. Я опять не понимаю, как это, ну, как это вообще ему помогает, что это ему дает. Но вот такой вот у него есть формализм, ладно. Ну и вот, да, я тут написал, что инвариансы относительно перестановок, непонятно, что это такое. Вот, но тем не менее, можно пытаться это определить через принцип различия. Что какие бы мы множество вот из V, ну типа это универсум не взяли, то если у нас вот вероятность, в общем, одного строго меньше вероятности другого, то вот принцип различия говорит, что мы можем найти множество из универсума, что, в общем, даже про равенство можно сказать, что мы как бы можем взять и дополнить меньшее прямо-таки до равенства с большим. Вот. Это вводится как аксиома. Это на самом деле не совсем то, что хочется видеть от того, что мы называем про принцип инвариантности относительно сдвигов, и того, что можно было придать смысл, когда мы, ну, чтобы у нас выполнялась инвариантность перестановок. Ну вот, окей, ладно. Что-то, что позволяет сохранить удобный взгляд на это, ну, привычный. Вот. Еще он вводит принцип Юма для вероятностей, вот, что если у нас есть, в общем, какие-то А и Б, и, в общем, есть вот, произвольное натуральное число, но это просто эндоморфизмы натуральных, вот, если мощности равны, то и вероятности у них равны, вот, принцип Кантора это нечто обратное, вот, но тут уже диагональные числа стоят. Вот. Аксиомы степени – это что-то, что, как там сам Корстен пишет, что у него нет никаких значимых претензий к кантеровскому формализму относительно мощностей множеств. У него есть претензии к пониманию классическому колмогоровскому пониманию вероятности, но хотел бы сохранить вот те вещи, которыми мы успешно пользуемся, когда говорим про мощности множеств, в частности, что у нас булян по мощности строго больше, строго больше исходного множества. Ну и тут, да, тут, кстати, бред какой-то написан, тут должно было быть тоже булеан от B, вот. Ну что, как-то вроде можно соответствие ГУА назвать. Ну, короче, да, что булеан, ну, сохраняет порядок. Вот. Ну и суперрегулярность. Это то, для чего ему тут два значка должно быть меньше. Как раз нужны эти самые бесконечно мало находит. Вот вот это вот много больше, это означает, что если мы поделим вот эту штуку на вот эту штуку, то эта штука будет бесконечно малой. Но бесконечно малость просто говорит нам о том, что то какое бы мы натуральное ни взяли, вероятность частного вот этих штук, она будет меньше единички поделить на это натуральное число. Вот дальше он напишет про ординалы. Я так понимаю, это имеет какое-то отношение к формализму, который он выстраивал до этого, и что можно смотреть вероятности на ординалах, но это все, естественно, вытекает просто из кумулятивной иерархии, это повторение того, как можно там записывать это и через, ну, предельные ординалы, что-то в духе, что если у нас есть вероятность того, что дельта – это предельный ординал при условии, что, ну, что там существует только один, она там бесконечно мала, что если у нас произвольное число, оно там четное,
Да, это одна. Вторая, ну, в общем, то, что узаконивает весь этот формализм, он там не расписывает это, в общем, довольно подробно, но просто говорит, что, окей, эти аксиомы, они гарантируют выполнение тех штук, которые он хотел делать. Но, говорю, повторюсь, это для меня выглядит искусственно, а формализм вот по части вот этих вероятностей относительно ультрафильтров, я и фрагмент вообще, то есть он выглядит невменяемо для меня по книжке, как-то очень странно и вычурно. Вот. Ну, вот опять итог скажу, что чем сильнее погружаешься и чем больше пытаешься понять, тем меньше у тебя получается понять вот эти все вещи, которые связаны с супервещественностью, просто пришлось, ну, либо у него в статье читать, но, как бы, дай бог, я понимаю этот формализм алгебраический и кольцевой, но выглядит как какое-то переусложнение, причем небрежное, мотивация которого мне не ясна. Я такого не понимаю. Это вот просто мое личное впечатление. Ну, вообще, на сегодня все, да. Я с этим закончил. Итоги какие-то подвел, по крайней мере, для себя. Если у вас есть мысли о том, почему последняя глава именно такая, то мне будет интересно послушать, потому что я в замешательстве. Ага, спасибо, Арсен. У кого какие вопросы, комментарии? Ну вот позвольте мне. Мне кажется, все замечательно, что делает Арсен, но мне кажется, Арсен немножко трансформирует Хорстена. Хорстен пишет «The metaphysics and mathematics of arbitrary objects». А Арсен пишет «The metaphysics as mathematics of arbitrary objects». Вместо and as. Хотите сказать, что я подменяю метафизику математикой? Нет, я не хочу так сказать. Если as, то метафизика есть математика. Ну, и обратное может быть верно, но mathematics as metaphysics. Ну, может быть и так. Просто у него в этой главе нет никаких онтологических тезисов. Он просто рассказывает свой формализм. Ну, может быть, даже это лучше было бы поставить S. Ну, во всяком случае, Платон бы, наверное, не стал спорить. Хотя, кто его знает. Но тут действительно метафизики не сильно много. Кое-какая небольшая метафизика присутствует, вот когда он индивидные понятия обсуждает, там и вот эти вот случайные переменные, да, вот эти научные переменные, когда он говорит о том, что одно значит об объектах, другое о качествах объектов, ну и вот такое вот. Там кое-какая метафизика есть, но если вот посмотреть дальше, то в его концепции вероятности там уже как-то метафизики действительно не сильно много. У меня к Арсену еще вот какой вопрос. А насколько, по-вашему, Хорстен силен в теории вероятности? Ну, смотрите, в тех статьях, на которые он ссылается и которые вот он пишет со авторами, я понимаю, что там происходит. Я могу понять некоторую мотивацию. Я не всегда с ней согласен, но у меня происходит понимание. Я славливаю знакомый мне паттерн. А в книжке все как-то более непонятно. Я не готов оценить уровень его компетенции, но просто, возможно, соавторы помогают Хорстену в общем, делать мысли понятной, более понятной для математиков,
потому что, может, у него соавторы эти математики. И в силу этого мне его статьи понятнее, чем то, что он в книжках пишет. Но про уровень компетенции я... Это не мое. Хорошо, спасибо. Мероприятие, вот чисто математической точки зрения, оно очень занятное, потому что мы все, ну вот, в смысле, мы математики, когда нам говорят про теорию вероятности, нам, конечно, говорят про... Это в основном это анализ. Это закономерное продолжение того, что тебе говорят про анализы, чему тебя научили относительно того, как могут вести меры, и тебе просто говорят, вот это специального рода меры, и там, в общем, происходят всякие интересные вещи. Просто такая настройка на метаном, довольно мощная в прикладном плане. А когда Хорстен пишет это в статьях, там, конечно, ну, вынужден говорить про матанализ, но у него там и матанализа немножко, и логики немного. Хотя вот к нестандартному анализу, к нему вполне естественно подходить именно логизированно, но можно подходить алгебраически. И это для меня вполне естественно, в смысле алгебраический язык, я к нему привык, он для меня как родной, но это довольно интересно, потому что редко ты смотришь на вероятностные, которые как будто сущностно матанские формализмы, чисто алгебраическим языком. Это мне показалось интересно, да. Но вот по части того, как это связано с тем, что Хорстен делал до всего этого, я не понимаю. Спасибо, Арсен. Спасибо. Пожалуйста. Вот я когда эту главу смотрел, еще заодно следующую, которая вот совсем последняя, но она короткая, там несколько страниц буквально, где он разные проблемы ставит. Меня вот как раз заинтересовала последняя часть, где он о вероятностях для множеств говорит. Да, и особенно это меня заинтересовало в контексте самой последней проблемы, которую он в следующей главе ставит. Это проблема о поиске новых математических аксиом. Да, и он говорит о том, что вот эти вот вероятностные принципы относительно множеств, причем не просто множество, да, для больших кардиналов каких-то, для множеств с большой кардинальностью, они могут оказаться интересными, потому что, ну, он там указывает Фрейлинга, работу, в которой тот пытался разрешить континуум гипотезу на основе вот вероятностного подхода к множествам действительных чисел. И вот Хорстен говорит о том, что, в общем-то, тут есть куда двигаться, и, может быть, вот это не Архимедова, ну, принципы не Архимедовой вероятности, они помогут нам что-то лучше понять о множествах, да, вот в каком-то смысле он, получается, продолжает вот эту линию еще Гёделевскую, когда Гёдель говорил о том, что ну вот сейчас мы не знаем, какие аксиомы надо вводить, да, потому что мы еще пока не понимаем, что такое множество, но недостаточно понимаем, что такое множество. А вот когда мы будем лучше понимать, что такое множество, тогда мы вот эти вот аксиомы, они как бы будут нас сами своей очевидностью заставлять принять их. Вот, то есть, если мы свяжем, получается, множество с вероятностями, то, может быть, вот этот вот неархимедовый подход с точки зрения Хорстена поможет нам понять, какие аксиомы для больших кардиналов нам следует выбрать как наиболее плодотворные и наиболее подходящие к, скажем так, естественному понятию множества, где естественное понятие множества – это вот такое... такой идеал, к которому можно стремиться в гёделевском смысле. И мне оказалось не совсем понятно, то есть вот как-то глава обрывается у него, когда вот он множество относительно, ой, то есть вероятности для множества рассматривает, и
никаких особо выводов-то там я не встретил, да, ну, то есть какой-то подход намечается, как множеством вероятности приписывать свойства, объясняются, какие у всего этого будут, но в дальнейшем вывода нет. Хотя при этом он начинает, что вот давайте посмотрим, как вероятности связаны с кардинальностью. Ну, понятно, и то является мерой, да, и интересно, как эти меры друг с другом соотносятся. Ну и вот если так интуитивно посмотреть, то с точки зрения тех принципов, которые он предлагает, мне, по крайней мере, так показалось, может быть, я неправильно понял то, что Хорст здесь пытается построить. Множество с большей кардинальностью должны иметь большую вероятность, вот если я правильно понял. Да, и таким образом сравнение по вероятностям может нам дать возможность тоже перейти к сравнению кардинальности как-то вот, не знаю, каким-то косвенным способом, что ли. Вот, не знаю, если у кого-то есть мысли по этому поводу, то было бы здорово. Потому что я что-то вот как-то особых выводов у Хорстена по этому поводу не нашел. Я даже не нашел, но и мыслей пока что нет. Не знаю, тут можно, наверное, еще пофантазировать вообще, насколько вероятности плодотворно связывать с множествами для того, чтобы какие-то новые аксиомы открыть. Так, ну что, может быть, еще у кого-то есть вопросы или комментарии, мысли какие-то по поводу всего вот этого? Ну, у меня вот к Арсену какой вопрос. Арсен говорит о том, что в некоторых аспектах идеалы, как я понял, алгебраическая категория и фильтры, как я понял, топологическая категория эквивалентны. А можно ли это расширить? Можно ли говорить, что алгебра и топология эквивалентны? Или все-таки алгебра больше, чем топология? Ну нет, это вопрос, конечно, странно стоит по поводу того, что больше алгебра или топология. Это просто соответствие. То есть это штука, которая позволяет смотреть на связь. Ну, например, что... Вот вы можете смотреть на такую штуку, как булева алгебра. Можно смотреть, что булева алгебра – это просто штука, которая является семантикой классической логики. То у нас логические связки, они, в общем, у них интерпретация как, ну, какая-то она есть. Мы можем их интерпретировать теоретика множественно. Можем их интерпретировать... алгебраически. Ну и вот когда мы смотрим на них как теоретика множественная, так и алгебраически, ну и с теоретиком множественной там возникает просто топологический взгляд, что мы говорим, что это, в общем, топологическое пространство определенного типа, это просто способ глядеть на нашу семантику под двумя разными углами, которые, ну, на самом деле одно и то же. Вот мы знаем, что мы можем посмотреть на кучу множеств таким образом, что там будут достаточно хорошие свойства, там, коммутативность по объединению, там, дистрибутивность, там, пересечение, относительное объединение. Это операции с множествами. А мы можем просто сказать, хорошо, давайте это будет не операция с множествами, это будут операции с элементами кольца. Вот есть такая штука, как булево кольцо. Это кольцо, в котором для каждого элемента его квадрат – это он сам. И это вполне естественно получается из булевой алгебры, если мы ведем сложение таким образом, что мы складываем первый и второй элемент, это все равно, что мы берем конъюнкцию
первого и отрицание второго с дизъюнкцией, дизъюнкция, первый элемент дизъюнкции, конъюнкция первого с отрицанием второго, второй элемент дизъюнкции – это отрицание первого с конъюнкцией второго. Вот. И у нас просто как бы одна структура согласовывается с другой. Это про то, что мы как бы на одну и ту же вещь можем смотреть реально с разных сторон и находить связь между топологическими свойствами и алгебраическими. Конечно, идеалы и фильтры – это не единственная штука, которая позволяет такого рода соответствия искать и согласовывать разные вещи. Но даже, несмотря на то, что она такая не одна, как-то говорить о том, что как бы алгебра и топология – это одно и то же. Но нет, одно и то же в каких-то определенных случаях, под каким-то определенным углом, и одно и то же в каком-то определенном смысле, потому что когда математики говорят про одно и то же, они, короче, по-разному говорят, что значит одно и то же. Вот. Все, я ответил. У меня, я не знаю, что у меня тикает. Нет, это не у тебя тикает, это какой-то звук тут, в принципе, в клиенте. Ну, он, похоже, только у меня есть. Так, хорошо, Арсен, спасибо. Пожалуйста.